Какой вы можете сделать? Вот уж если в Бутурлино такие процессы происходят, где кажется опасность даже по показателям Нижегородской СМИШи, что может произойти монополом? Если такой обвал произойдет, где атомные станции, можно себе представить, что дальше произойдет. Этого допускать нельзя. Поэтому строить атомную станцию Монакова, я еще раз подтверждаю, строить нельзя. Категорически нельзя. Вот из-за этих процессов, которые произошли, как показатель Бутурлино. Я еще раз хочу подтвердить, что эти процессы происходят постоянно. В прошлом году Белозерье, сейчас Бутурлино, завтра что? Завтра где-то грянет. Хорошо, что это не на атомной станции, а если на атомной станции.